Активисты Одинцовского отделения «Единой России» поприветствовали участников турнира по стритболу, который прошел в селе Ершово. Традиционные соревнования посвятили Дню весны и труда. В рамках первенства соревновались 58 команд из Одинцовского округа, а также из Москвы и Московской области. Только участников команд было почти 200 человек. Партийцы поддержали мероприятие в рамках реализации проектов «Детский спорт» и «Одинцовская спортивная семья».